Приветствую вас. Давайте мы разберем вопрос, который вы, в общем-то, можете довольно часто видеть у людей. Вот. И отвечая на него, хочется сказать следующее, что главная сложность сохранение заключается в том, что нет такого понятия, по крайней мере, для меня, как семья. Ну, то есть, вот как-то сформулировать для себя значение слова «семья», помимо только какой-то экстраверсии, да, помимо только некого видимого для других конструкта, у меня не получается. Потому что я легко, правда, очень легко могу представить себе, как люди видят семью. То есть вот на улице, например, идет муж, жена, ребенок, может быть, несколько детей. И люди говорят, вот это семья. Идет семья Сидоровых, например. Ну, я легко, очень легко могу это представить. Я очень легко могу это понять. Очень легко. Но как именно для тех, кто находится в семье, это выглядит? Вот этого понять я не могу. Как те, кто находится уже в семейных отношениях, может сказать, что вот у меня семья. Вот это для меня загадка. Потому что брак, ну, не улучшает отношения. А сама по себе свадьба не улучшает отношения. А жилплощадь, хозяйство, там ребенок, ну, наличие ребенка не улучшает отношения. Ну вот не улучшает отношения. Поэтому вот у меня и возникает этот вопрос. Что такое семья? Для тех, для тех, кто в этой вот находится в системе. Вот. И я думаю, что когда люди говорят о сохранении семьи, когда люди вот используют
такой термин, они подменяют, во-первых, понятия, они оперируют социальными понятиями, причем социальные понятия, социальными понятиями именно для других людей, что очень важно. Вот. То есть пытаются использовать по большому счету те категории, скажем так, которые предназначены для взаимодействия с социумом, но никак не для них самих. Вот. То есть вот сами они, я имею в виду люди, такими категориями оперировать, скорее не могут, на мой взгляд, чем могут. Вот. И в этом первая серьезная проблема. То, что нужно, на мой взгляд, пытаться сохранять не семью. Вот как, как таковую, а личность нужно, вот личностное взаимодействие, как я думаю, пытаться обновить, и либо у людей это получается, когда вот я понимаю, да, как я вот, в целом, лично, как личность взаимодействую с другой личностью. Или я этого не понимаю, вот. Взаимодействую больше как социальный субъект, то есть требую от своего партнера вести себя в соответствии с стереотипом, который есть у у семьи. И тем самым отношения усугубляю еще больше отношения. Вот, делаю их еще более сложными, делаю их еще более тяжелыми. Вот, именно потому, что из них исчезает вот этот момент искренности, момент открытости, момент какой-то честности и так далее, свободы. Вот. То есть вот нужно обратить внимание, что когда вопрос ставится вот так, да,
когда вопрос ставится вот под таким углом, то мы же видим, что здесь больше нету личности. Вот, здесь просто вот социальный такой элемент получается. Вот, и этот социальный элемент, он, на мой взгляд, мешает. Вот. Поэтому необходимо переходить к личностному аспекту больше. И необходимо стараться увидеть, какие действия значит, вызывают какие у вас реакции. И с чем это связано. Вот. Стараться понять свои реакции и их направленности. И понять другого человека и его направленность тоже. Это очень необходимо. Это крайне необходимо на самом деле. А вот потому что без этого ну, никакого взаимодействия, да, между партнерами быть не может. Вот. Ну, чаще всего вот необходимость так вот, ну, так называемая, да, необходимость сохранить семью возникает при наличии кризиса определенного. А что такое кризис? Вот что такое кризис, да, и как его понимать? Кризис в отношениях нужно понимать так, что изменения, личностные изменения людей настолько вот стали себя проявлять, да, настолько стали, ну, ощутимыми, так скажем, что прежний формат взаимодействия людей перестал работать. То есть, по сути, мы говорим о том, что партнеры, ну, проглядели, если можно так выразиться, проглядели изменения, которые произошли у людей. Ну, просто вот проглядели. Вот просто проглядели изменения. К сожалению. Вот. Ну, это не хорошо и не плохо. Это просто данность. Такая данность. И я думаю, что, ну, винить себя и ругать себя абсолютно вот, никакого смысла не имеет. Вот. Я думаю, что нужно фиксировать эти изменения, которые произошли, нужно замечать их, в
стараться их заметить эти изменения. Вот. И уже на них, на эти изменения как-то реагировать. Вот. Как реагировать? Это большой вопрос. То есть как бы я хотел реагировать или хотела реагировать, да, как я уже реагирую на эти изменения, ну, на эти изменения. То есть эти все моменты, они крайне важны. Вот. Значит, ну, если вот мы хотим разобраться, необходима цель еще. Очень важна цель. Для чего? Для чего сохранять отношения? Зачем сохранять отношения? Семью, то есть, зачем? Какой человек видит, ну, мотив в этом для себя? Вот. Потому что если мотив, ну, такой мотив, собственнический, да, получается, то есть когда, ну, допустим, человек хочет это сделать, ну, потому что вот ему так вот, ему так нужно, да, ему так хочется, вот и все. Ну, это, конечно, можно, ну, так, у другого человека есть свое какое-то видение, да, и другой человек может, ну, быть вот вполне не согласен с тем, как считает вот человек, пытающийся сохранить семью. Поэтому вот очень важна цель, вот, очень важна цель. Зачем я это делаю? Вот, для чего я это делаю? Вот, зачем это мне? Ну, лично. Вот, и понимаю ли я, что понимаю ли я, какое место занимает в этом другой человек. Из какого чувства я пришел или пришла к мысли о том, что нужно сохранить семью? То есть это вот, что это за чувство? Ну, примерно такие вещи нужно рассмотреть. То, что отношения оказались в кризисе, означает, что привычные модели поведения не работают, они не работают, и нужно меняться. Менять и меняться нужно. Без изменений отношения не выстоят. Без своих изменений хотя бы. Без ваших собственных. Как-то так, я думаю, можно ответить. Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.